Собачка, я сніму її, покажу, яка вона. От ми її принесли їстки, да. От я її зараз зніму. Така вона собачка. Труситься, холодно їй на вулиці. Ну, а воно ж дивися, много. Воно ж прозрачне. Бачиш, тут в нього ранки повистрелювали, і воно ж, це ж я не знаю, що в нього таке. Ну, його треба на обслідування. Хорошо, да? Пока я его не мою, вот топлю печку, все делаю. Надо мне помощника, чтобы помыть. Одно немножко сложно, банда не дает. Банда, вот Сонька, бандитка, забыла, какая она была. Вот здесь вот не дает Персику спокойно жить. Все любопытство у них вот, открывают уже. Но пока Персик вот в этой счастливой клеточке, которую делали, с которой Найда вышла на четырех лапках уже, вот, в которой... Рыжик придерживала, сделали ей это стерилизацию, все нормально. Вот эта клеточка, здесь все хорошо, вот тепло, вот сарайчик у меня утепленный, целое лето строила, еще немножко стройки идут, но тем не менее здесь им хорошо, все закрывается, нигде не дует, двойные окошки, вот все нормально. То есть пока он здесь в клеточке, все у него есть. А завтра будем думать, что дальше делать. Печки я натопила. Сейчас будет Соня. Вот это Сонечка, как где? Соня? Соня, ты смотри, какая это Соня. Сонечка, мы же не тебя снимаем, девочка. Мы же не тебя снимаем. Ты хочешь перелезть, да? Он, скорее всего, сейчас уголек. Мальчик очень боязливый, да, уголечек? Сладенький мальчишечка. Покажи мордочку, хороший. Весь, ребята... В колтунах, в этих, не знаю, как они называются, клещи, в клещах, уже такие давние клещи, которые, может, у него подкожный клещ, я не знаю, пока он изолирован, надо его на осмотр и сдать в клинику его, чтобы, ну, у нас нет таких клиник, чтобы он недельку побыл. Прохладненько, ну, так, на солнце даже 20, вот, прогулялся. Я его закрыла. В среду записали. С Кромером летишь, завезем его. Вот, идите в порядок. А завтра придет девочка. Она мне поможет, мы его помоем хорошо. Дегтярным мылом. Посмотрим, что там у него делается. Колтуны обрежем. И тогда уже повезем Кромеру. Только в таком виде его невозможно вести. Мальчик! Малыш, вот, яичко пьет, сейчас ему молочка с медом дам, немножко чуть-чуть меда и молочка мне посоветовали. Все, кушает, он уже успокоился, гулял, собачки на него нормально реагировали. Все будет хорошо. По несчастью. Вот, слава богу, у меня сегодня помощник хороший, а то бы я не справилась бы. Ну, ребята, это вот, это уже остатки вот этого всего, что было уже вот в ванной. Я уже вот это вот все, шерсть, комки, не знаю что. О, уже наш мальчик совсем преобразился. Вот, маленькое короткое видео. Так лучше. Вот так вот. А сейчас посушимся и посмотрим, что будем. Помыли дегтярным мылом, помыли шампунькой. Блок у него нет, я вытравила еще раньше.
Вот, все. Мое ухо, но у него два черных уха. Вот, помылся. Такой интересный. Бегает. Сразу ему легче стало. Его не узнать, как будто бы это уже другой пес. Совсем. Я думала, он персиковый, он оказался молочный какой-то окраса. Да-да, молочный или серо-молочный такой. Светло-серенький какой-то. Вот, с черными ушками. Потрясающий малыш. Вот, первая. Ну, это уже вторая ступенечка, потому что первую я его проблошила, проблестила. Там я тебе будочку постелила. Вот туда садись. Вот. Все мои закрома. Заставляешь меня показать. Все закрома. Давай, садись. Бимка. Бимка.